Или 24 самолета за 5 дней. За 5 дней. Пане Романе, ну от приїхав міністр російської оборони Шойгу, кажуть, що відвідати Восток, це в районі Вугледару, в тилу, десь в районі Ревнівського виступу. Не знаємо, чи це правда, тому що по кадрах і не скажеш. Але як ви би оцінили фразу, що збілі 24 самоліти ВСУ за 5 днів? Это, скорее всего, его зам доложил, что купили новый PlayStation, а там Skyforces, и в первую игру за 5 дней сбили 24 самолета, а он дальше понес. Мозгов же не хватает, это ж Шойгу. Это ж когда оленевода ставят министром обороны, вот такая беда и получается. Ну, пане Романе, це також можна, я ще думав, можливо, вони врахували удари по Бердянську і Луганському аеродрому, вони свої порахували, тоді може бути 24. А это вот как раз, скорее всего, перед докладом эти 24 зам его и воспринял в голову, ну и дальше вложил Шойгу. Потому серьезно к этому относиться точно не надо. Какие 24 самолета? Нам дай Бог, чтобы у нас вообще было 24 самолета. Ну, теперь до серьезного, пане Романе. Нагадаю нашим глядачам, сегодня 26 жовтня, четвер, розпочинаємо наше традиційне зведення. Атака дронами росіян продовжується, і про це заявив Володимир Зеленський в своєму крайньому зверненні до народу України. Атакували не тишин. Хмельницька область – це Хмельницька атомна електростанція. Бачимо, що нічим Росія не брезгує і обстрілює навіть атомну електростанцію. А вот это серьезно, это не Шойгу. Допустим, больше десятка, там, по-моему, 11 дронов шло, шахедов, шло практически в одну точку под Хмельницкую атомную станцию. Там недалеко Ровенская станция. Это как раз и Слаута, и Никишин между Хмельницким и Ровно. То есть атака, скорее всего, и была направлена на устрашение. То есть попытались россияне показать, что они могут ударить еще и по станции, которая находится рядом. Это хорошо, что были сбиты эти беспилотники, 11 было сбито, только что не все практически падают. Они, если стаи идут, то падают там, где их сбивают. Если не взрываются в воздухе, это очень сложно, кстати, подорвать его в воздухе, то он, падая на землю, выполняет свою страшную задачу. Естественно, если падает даже сбитые беспилотники падают на населенный пункт, они ж с него нанесут большой урон, вот то, что произошло в Никишине, то есть и в Слауте. То есть такого рода действия российские, они подтверждают вот такой геноцидный характер этой войны. Это в чистом виде геноцид, так как, ладно, там сбили, упали, но шли-то они в сторону объектов, энергообъектов атомной станции. То есть они ничем не брезгуют. Это мы понимаем прекрасно. Только вот нашим руководителям западных областей Украины ну, надо учитывать этот момент, выносить за пределы населенных пунктов рубежи перехвата и увеличивать количество мобильных групп. Именно мобильные группы перехватывают эти, очень хорошо перехватывают эти беспилотники. Они нашли несколько, ну, как минимум несколько вариантов, маршрутов, как пройти основные заградительные наши ПВОшные рубежи для того, чтобы добраться до Хмельницка и в сторону Ровно, то есть это ж уже запад Украины. И только увеличением мобильных групп можно пресечь российский такой террор в глубине фронта. Пане Романе, таке нетрадиційне в нас запитання. Маю на увазі, ми не говоримо зараз по фронту, згадаємо призначення спікера Палати представників Сполучених Штатів Америки. Здавалось би, не питання військового характеру, але вони нам допомагають грошима, і завдяки цим коштам ми можемо вести повноцінні бойові дії. Так от, обрали республіканця Майка Джонсона, є скрін його голосування за підтримку пакетів допомоги Україні, і бачимо, зеленим кольором це лише один позитивний був його голосування, всі інші негативні. Наскільки ви оцінюєте це призначення, і чи може це призвести до проблем із наданням допомоги Україні військової? Ну, не соглашусь, это чисто военный вопрос. Действительно, мы полностью зависим от наших партнеров на данный момент. Это благодаря нашей власти, которая
занималась чем угодно, только не производством боеприпасов. Потому полностью зависим, естественно, зависим от голосований в Конгрессе, в том числе и в Палате представителей. То есть и назначение спикеров очень важно для нас. Но вопрос, надо просто видеть саму проблему, то есть откуда проблема берется, почему возникает этот вопрос. Республиканцы больше, чем демократы поддерживают Украину, если в общем брать. То есть сама по себе партия – это все-таки партия ястребов, которые в основном, которые, если бы у них была полная власть, по крайней мере, они бы быстро вопросы по поставкам и по войне в Украине решили. Потому вопросы у уважаемого спикера, который, можно уже говорить, спикером палаты, у него в основном вопросы по контролю, он их озвучил, у него вопросы по контролю над использованием средств и по целям. Это очень важно. То есть по целям, на которые средства выделяются. Потому что все, вот буквально все транши, которые нам выделялись, это не полные транши на поставку боеприпасов. Там эти транши делились на два, на три. Часть уходила на сопроводиловку какую-то, там, на постройку или на создание каких-то фондов. Ну вот если разложить хотя бы один транш полностью, там это будет видно. То есть мы получали из общего количества только где-то треть боеприпасами, а все остальное либо вкладывалось в производство боеприпасов на восстановление, то есть оставалось в Америке, либо на сопроводительные какие-то действия. Потому у уважаемого республиканца в этом смысле довольно-таки правильные, грамотные вопросы. То есть давайте разложимся, посмотрим, куда вы не просто там голосовать за 63 миллиарда, а расскажите, сколько из этих 63 миллиардов украинская армия получит конкретно боеприпасов. И тогда цифры совсем другие получаются. Тогда цифры там 14 миллиардов, а не 63. А оставшиеся за 40 уже идут куда-то в другое место. Потому вот такой подход спикера, он может как раз помочь Украине получить больше боеприпасов. И под таким жестким контролем и их использование в том числе, а это тоже важно. Мы яйца по 17 гривен, наверное, лет 50 еще будем помнить. Потому, так сказать, ничего, по крайней мере, на данный момент ничего негативного для Украины я не вижу. Наоборот, мы можем с этого еще получить позитив. До речі, про боєприпаси. І ми вчора анонсували, що будемо говорити. Пане Романе, обіцяний Європейським Союзом мільйон снарядів, вони затримують, затягують. Лише 30% їх передали на даний момент. І є от адмірал Роб Бауер, представник Північно-Атлантичного альянсу, мені здається, каже дуже слушну думку. Тому що він каже наступне, що потрібно всій коаліції європейським країнам перейти на єдиний стандарт виробництва 155 міліметру. Що він каже? Що зараз 14 країн-членів НАТО виробляють снаряди під свою зброю. Тобто вона не є уніфікованою для всіх гармат. І це заважає. І він дуже гарно наводить приклад, каже, не потрібно виробляти принтери, а потрібно виробляти чорнила до принтерів. Правильно говорит, просто действительно все страны пытаются произвести свое вооружение. Очень грамотно, очень правильно. То есть те страны, которые беспокоятся о своей безопасности, они производят пушки, они производят танки, они производят самолеты. Ну а дальше уже есть вопрос, вот если вопрос так жестко стоит, то они будут производить единый боеприпас. А если вопрос жестко стоять не будет, то они, естественно, будут производить боеприпасы чисто под свое вооружение. Это вопрос к управлению НАТО. Давно надо было эти вопросы решать. То есть жесткая поставка задачи. Но это я говорю сейчас не касательно нас, я имею в виду даже касательно в безопасности самого НАТО. Мы, в конце концов, я так думаю, через полтора года точно там уже будем, ну, через два точно. И как раз вот такая унификация, особенно боеприпасов, она для всех стран НАТО, она даст прирост в боевой мощи. Почему? Потому что
не все боеприпасы, производимые под свою технику, подходят под другую. А особенно очень важно, большая проблема перенастройка таблиц стрельбы, потому что в зависимости от боеприпаса, разного типа боеприпасов, разные модификации, количество порохов тоже разнотипных. Таблицы стрельбы для других орудий, они абсолютно другие. Перенастроиться очень сложно. И переучить и переобучить личный состав под заход того или иного боеприпаса тоже сложно. Потому если есть блок, военный блок, у них внутри должно быть все унифицировано. Одно дело, там, допустим, те же пушки или САУ, или танки, а другое дело сам боеприпас. Потому очень правильно и грамотно показывает генерал, что в конце концов не принтеры, чернила, потому что именно чернила как раз и есть расходным компонентом. Любой принтер, а чернила они примерно одинаковые. Та же самая картина и у нас. То есть мы получаем большое количество разнотипного вооружения стрелкового и артиллерийского. И боеприпасы приходится получать тоже разнотипные. А потом искать. Заходит партия под Цезарь. Так вот надо найти, где этот Цезарь, у кого он еще остался, туда только везти, а под другой он, допустим, уже не подойдет. Потому что ни таблиц стрельбы, ни перегруженных определенного софта в САУ там нет именно под эти снаряды. И по производству и передаче, да, действительно, нам передали только 30% от того, что мы запрашивали, и того, что нам обещали, самое интересное, это очень важно, нам обещали поставить, допустим, 1 000 000 снарядов. Под этот 1 000 000 были разработаны планы наступательных действий, и эти планы полностью зависят от этих поставок. Если поставок нет, нет движения, потому по некоторым позициям нам пришлось даже свернуть наступательные действия, как раз из-за недостатка снарядов. Вот тот же самый Времевский выступ, который мог бы дальше продолжаться и двигаться в сторону Старомлыновки, мы об этом где-то 3 месяца говорили, он был свернут как раз и из-за понимания того, что мы не получим то количество снарядов, которые нам обещали. И он просто из плана выпал, потому перевели сейчас его в такой спящий режим, пока опять не подойдет. И это еще несколько таких направлений, которые пришлось свернуть и перевести в режим активной обороны. Это и часть Луганского направления, и было выключено из планов наступательные действия в сторону Кременной, там тоже перешли в оборону только вот из-за этих позиций. Почему? Потому что 90% боевого поражения сейчас, пока нет самолетов, это артиллерия, это боги войны, они как в прошлом веке были богами войны, они и у нас на нашем театре военных действий боги войны 90%. А если богам не давать достаточное количество молний, так они ничего и не поразят. Потому имеем то сокращение наступательных возможностей, которые мы сейчас имеем. Почему и не так интенсивно идет движение в сторону Токмака, и еще пока под таким вопросом широкомасштабное действие на левом берегу Дніпра. До речі, лівий берег Дніпра, пане Романе, про те, що ми з вами говорили, проговорювали, вже з'явилося відео від наших бійців, власне, що вони в районі Антонівського залізничного мосту є, в районі Піщанівки, і от вони демонструють ці кадри. Зараз ми побачимо, що їм в об'єктив якраз попадає Антонівський залізничний міст. Пане Романе, от оцінити це відео, це швидше диверсійно-розвідувальна група, чи це, можливо, може бути вже якийсь повноцінний підрозділ, який буде дислокуватися і розбивати вогневу позицію в цьому районі? Ну, це точно, як мінімум, це зараз групи ДРГ на лівому берегу, тобто це із цих же груп і створені потім підрозділення, які займають определенные точки в зависимости от боевого расписания. Потому ДРГ это точно. Вопрос видео, если его дали в сеть, то это значит, можно сказать, уже идет засветка или, по крайней мере, начало информационной кампании по докладам от нашего генштаба. Я думаю, в ближайшее время мы это будем уже слышать.
о занятии некоторых плацдармов на левом берегу. А уже плацдармы будут занимать, конечно, регулярные части, которые будут переправляться на левый берег. Это уже от роты, ну, группа ДРГ от 4 до 15 человек. То есть, ну, 10 плюс-минус 5 где-то так, в зависимости от задачи и от средств передвижения. А полноценные подразделения, они уже будут стартовать от роты и выше, от 100 человек и выше. То есть рота, батальон, ну и дальше бригада. И в зависимости от поставленных задач какого-то вида. То есть это либо морская пехота, либо это десантура, либо это силы спецопераций. Ну, будем видеть и в ближайшее время, я думаю, развитие ситуации на левом берегу, так как россияне не отреагировали практически на наши действия на левом берегу. Им просто некем и нечем. Они сейчас завязли в боях в районе Авдеевки. Все более-менее боеспособные части именно туда и направляются. Даже снимаются с луганского направления некоторые сейчас бригады. Направляются на Авдеевку. Залужный связал их там боями. И они уже оттуда не выйдут из этих боев, так как выход, он чреват очень большими потерями, еще и потерями части Донецка, северо-донецка. Они это прекрасно понимают, потому связанные войска в районе Авдеевки российские уже не появятся на херсонском направлении, а значит, можно там действовать, ну, в ближайшее время, хотя бы недели 2-3, до дождей точно, то есть до сильных ливневых дождей, можно действовать на левом берегу довольно-таки безнаказанно, если так сказать можно. То есть, я думаю, мы в ближайшее время увидим развитие ситуации по левому берегу. Ви згадали Авдіївку, пане Романе. От, власне, оновлена інформація з цього напрямку. По-перше, наші хлопці з головного управління розвідки рознесли склад боєприпасів в районі Донецька. Я так розумію, працюють по тилу противника в Авдіївському напрямку. І вже є підрухована, ось, власне, це склад боєприпасів, є вже підрухована втрачена техніка росіян на цьому напрямку. І це не є казочки від Шойгу про 24 літаки за 5 днів, а за 10 діб нашим Збройним силам вже це, що цікаво, це є підрахована техніка. Тобто фото-відеофіксація. Їм, значить, значно більше. Так от, за 10 днів 109 одиниць техніки. Чи це є приголомшливий результат? І чи ми можемо назвати це повним погробом військ Російської Федерації на Авдіївському плацдармі? Половина техники осталась на полях, она не транспортабельная, потому их даже ее вытаскивать не стали. И вот эти 109 коробочек, именно их и засняли в спутники и, естественно, посчитали. А половина техники была вытащена с полей, транспортирована в точке ремонта. То есть можно говорить не о 100, а 200 единиц техники, которая была повреждена или уничтожена в районе Авдеевки. Это серьезный результат, это примерно коррелируется с потерями врага в районе того же Угледара. Вот за в прошлую зиму они там потеряли примерно тоже в районе 200 единиц техники. То есть они уже превышают Угледар. Так в Угледаре там не пара месяцев, а эти только 2 недели. Уже столько потеряли. Ну, за счет интенсивности огня, за счет нашего огня, за счет правильной, грамотной расположения наших войск, созданной системы безопасности, подхода и большого количества минных полей. Там за 10 лет карт минных полей, наверное, их уже первые, их никто и не помнит. Наши бойцы сами боятся выходить на эти поля, понимая, что за 10 лет там мин может быть больше, чем в последних сообщениях, последних докладах. То есть хорошо, правильно созданная линия обороны, грамотное действие артиллерии, ну и сил, которые там удерживают Авдеевский гарнизон, и неготовность, я бы так сказал, полная профнепригодность тех частей российских, которые выполняли задачу наступательную в районе Авдеевки, привела к таким катастрофическим последствиям от наступления, попытки наступления россиян в районе Авдеевки. Но это же еще продолжается. Сейчас туда подтягиваются пару бригад, они сняли их с Купянского направления, пару бригад, причем
в полном, с полным боевым снаряжением, тоже с техникой. Потому это, наверное, не последняя волна. Приняли решение россияне, скорее всего, политическое решение, все-таки окружить или выдавить Авдеевку, и будут бросать все силы, будут замораживать наступательные действия на луганском направлении, но это уже видно, будут замораживать наступательные действия на тех направлениях, а бросать на Авдеевское, так как у них осталось несколько недель до начала проливных дождей, которые полностью остановят любое движение техники на донецком и луганском направлениях. Они это тоже прекрасно знают, тоже 10-й год воюют, потому что такое донецкий чернозем, естественно, знают. А вот те 100 единиц техники, которые остались на полях после дождей, они там по башню зароются, засосет этот чернозем. Там как раз вот в районе Авдеевки вот эти поля, там 80 сантиметров чернозема, потому двигаться там будет уже нельзя. Потому и торопятся. То есть ближайшие несколько недель до дождей будуть ще дуже гарячими. Пане Романе, от, власне, йдуть вже дощі, а згодом і зима, холода. В нашому генштабі кажуть наступне, що ніяких наступальних дій Україна зменшувати не буде, але акцент робитиме на артилерійському влучанні по складах, по логістиці і по загалом по постачанню росіян на фронт. Мовляв, от буде зима, коли зимою важче транспортувати, а плюс, якщо ми будемо ще бити по їхній логістиці, взагалі можемо зупинити певні частини фронту ворога. Наскільки це відповідає реальності і чи справді доцільно переходити на ще більший обстріл зимою тилу ворога? Все буде залежати від того, скільки у нас буде средств поражень. То есть, если нам больше не дадут атакамсов, так нам нечем и бить будет. Нам дали атакамсы, мы их использовали, и все, и стоим. Потому здесь прямая зависимость от поставок, почему я говорил по поводу республиканцев в Палате представителей. Это мы напрямую, военные наши действия зависят от решения вопросов в Америке, в Европе и от поставок нам боеприпасов. А зимой однозначно это в основном только ракеты, даже не артиллерия. Артиллерия все-таки работает на дальность там, до 30 километров, а вот уже ракетами можно доставать и М-31-ми 80 километров, и атакамсами, даже 100-мильными М-39-ми 165 километров. Это значит, всю можно покрыть в достаточном, еще важно, в достаточном количестве, если будут ракеты, это даже не десятки, это сотни ракет должны быть. Можно будет покрыть всю оккупированную территорию Украины и, естественно, полностью остановить трафик перевозки техники, так как из-за дождей по полям сильно не порысачишь, а значит, будут двигаться по дорогам с твердым покрытием, а как раз дороги с твердым покрытием очень хорошо могут быть пристрелены боеприпасами, тем более кассетными боеприпасами, которые одна ракета может накрывать развязку автомобильную в квадратный километр площади, то есть практически всю, любую развязку, какая бы ни была, можно накрывать, и понимая, что в любой момент может прийти ракета, россияне просто остановятся. Даже не то, что мы их уничтожим, они просто остановятся, понимая, что выйти на развязку, если особенно работает наша разведка, разведка у нас отлично работает, вот мы говорили в предыдущем вопросе о том, что ГУР уничтожил, по крайней мере, с помощью ГУРа уничтожены склады в Донецке. В Донецке расположено очень много складов и в жилых районах в том числе, потому разведка, а это их задача прямая, главного управления разведки, разведка да разведка, корректировка огня и подтверждение удара. То есть они разведывают, где находятся боеприпасы, дают координаты нашим ракетчикам, дальше идет определенное согласование или уточнение, подтверждение, и уходит ракета, и нет склада. Вот в таком режиме это будет делаться и по остальной оккупированной, как минимум оккупированной территории. Потому зима в этом смысле нам поможет больше уничтожить российской техники и боеприпасов и личного состава, чем летом, допустим. Но понимание этого процесса, то есть контроля любой точки на трафике боеприпасов, вынудит россиян просто остановиться. То есть мы остановим полностью движение военных частей.
Пане Романе, є вже повідомлення про те, що нарешті безпосередньо наші пілоти розпочали навчання на F-16 винищувачах в штаті Аризона. Повідомляють, представник Військово-повітряних сил США зазначив, що на це піде кілька місяців. Це правильно я розумію, розпочалися безпосередні польоти, чи вони вивчили вже англійську мову і сідають на симулятори? Ні, вже пройшли симулятори, пройшли тренажери, англійський язик, само собою, з нього стартанули. Просто немножко раньше, чем то, что было выдано в информационное поле, начиналось все это раньше. Это уже после, ну так принято в военном деле, если что-то обозначать, то это уже то, что произошло. Когда была информация, что наши только сели, допустим, изучать английский язык технически, это можно считать, что они уже закончили. Или там только сели на тренажеры, можно считать, что программа закончена. Вот программа закончена, летчики уже выполняют полеты на переучивание, учебные, а дальше будут выполнять учебно-тренировочные полеты. Где-то программа до первого тренировочного вылета займет около 2 недель. Примерно, если считать по курсу боевой подготовки, по КБП нашему, по которому мы сами переучиваемся, в Украине, это около 20 полетов на переучивание. То есть, а 20 полетов это, ну, 3-4 смены, а это примерно неделя-полторы. Потому, я думаю, через пару недель наш летный состав уже будет самостоятельно пилотировать F-16, по крайней мере, по простым видам полетов, там, полет по кругу, полет по маршруту. И дальше начнется наработка и переучивание по другим видам подготовки. Уже исходя из программы, может быть, даже для каждого летчика будет своя программа, исходя из его допусков и тех видов полетов, на которые он летал на самолетах советских старых. Каждая индивидуальная программа, и я так думаю, ну, летный состав через 2 недели точно почти весь будет уже выполнять тренировочные полеты. А к концу года у нас уже будут боевые летчики, которые как минимум переучатся по одному из направлений, либо под работу ПВО, то есть перехватчика истребителя, либо под работу по наземным целям бомбардировщиков и штурмовиков. Потому если будет, ну, будет политическая воля и, допустим, некоторые ускорения по поставкам, мы, в принципе, до Нового года можем получить там пару, звено, 4 самолета F-16 с боевыми летчиками, подготовлены по этим определенным видам полетов. Но это я, может быть, так сказать, свое желание больше. Знаю, как переучиваться. Сам переучивал целый полк, даже 2 раза, один в Умане, один в Конотопе, на разнотипные самолеты и вертолеты. И потому знаю, что за это время можно подготовить летный состав, по крайней мере, литерных групп, подготовить для выполнения боевых задач. Вопрос в политической воле и в передаче этих самолетов. Дело в том, что у нас готовность аэродромов точно уже есть, так как летают те же МиГ-29, Су-27, а это примерно аэродромы по типу, по подготовке аэродрома, они такие же, как и для F-16. Потому технически мы в этом смысле готовы принять самолеты. Потому вот где-то от Нового года, ну и до основного времени, где-то до марта, я думаю, мы получим самолеты. Но перед Новым годом, конечно, хотелось бы хотя бы пару или звено увидеть в нашем небе. Пане Романе, до речі, є цікава заява від керівника Китаю Сі Цзіньпіня. Він каже, що Китай готовий співпрацювати зі Сполученими Штатами Америки, бо від цього залежить доля людства. Що цікаво, зараз з четверга по суботу Ван І, міністр закордонних справ Китаю, буде відвідати Вашингтон. Це напередодні зустрічі Джо Байдена Сі Цзіньпіня. І в свою чергу Байден надіслав вітальну телеграму, лист в бік Китаю. Як ви вважаєте, справді Китай і США усвідомлюють, як от зараз популярно казати, протистояння цивілізацій, і чи справді вони готові піти на якісь компроміси між собою? Тому що це дві наддержави і найбільші ВВП планети.
Ну, китайцы, как всегда, хитрят. Не судьба человечества зависит от этих отношений, а судьба 1,5 миллиарда китайцев от этого зависит. Потому что если Соединенные Штаты и демократическое общество воспримет Китай так же, как Россию, так им есть нечего будет. 1,5 миллиарда друг друга ж есть не будут. Потому у Си Цзиньпиня сейчас эта проблема. Как выскочить из той лодки, в которую затащил его Путин и Иран. Они там сидят впятером, пятеро таких великих правителей. Путин, Си Цзиньпин, иранцы, Северная Корея и Лукашенко рулит, скорее всего. Ему больше ничего не доверят, максимум веслом махать. То есть, по большому счету, сейчас у Китая вот эта проблема. Как из этой лодки выскочить, потому что эта лодка идет на затопление. И они прекрасно понимают, по крайней мере, экономическое точно. Ни санкции никто не снимет, ни это будут только накладываться. Дальше репарации, контрибуции, судебные иски. И за каждый дрон, который китайцы передали россиянам, китайцам придется отвечать. Там 1,5 миллиардов не хватит, чтобы этих китайцев, чтобы ответить за каждую смерть украинца. И они это прекрасно знают, и Си Цзиньпин это прекрасно понимает. Потому сейчас включил такую китайскую, я же говорю, китайская хитрость в этом смысле, попытаться как-то уйти от ответственности, уже примазываясь к каким-то демократическим инициативам или рассказывая о том, что они там великие свободолюбивые действия пытаются протянуть. Нет, такого не получится. Украинцы не забудут китайские дроны, украинцы не забудут китайское вооружение, китайские снаряды и участие Китая в принятии решений даже по передаче тех же снарядов от Ирана или Северной Кореи. Потому хитрить он может перед своими китайцами, а перед украинцами не похитрит. Пане Романе, дякую за це зведення. Нагадаю нашим глядачам, сьогодні 26 жовтня, четвер. Обов'язково коментуємо, ставимо лайки, підписуємось, поширюємо нашу розмову. Ми регулярно потрапляємо в рекомендації YouTube, тому давайте, будь ласка, допомагайте. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24-го каналу.